Кто тебе звонит? Съешьте яблоко, а я отвечу. Потом еще вам почищу. Алло? А? Ты уже у двери? Какой двери? Я могу спуститься и встретить тебя. Ой. Так рада меня видеть, что решила выкинуть телефон? Типа того. Ты повредила ногу? А, ничего, скоро поправлюсь. Это хорошо. Как узнал, что я в больнице? Забыла? Мы договорились вместе пойти к Лужению. Я пришел к тебе на работу, а мне сказали, что ты на больничном. Точно. Вот я и пришел к тебе. Это твоя палата? Я отведу тебя. Не нужно. Парень внутри имеет ужасный характер. Он легко взрывается и кидается вещами. Довольно агрессивный. Но твоя нога не в порядке. Давай помогу. Что с тобой? Живот заболел. Живот? Подожди, я позову врача. Нет, не нужно. Ерунда, пройдет через минуту. Уверена? Уверена, уверена. Думаю, не стоит рисковать. Давай отведу тебя в палату. Ты, наверное, устал по пути в больницу. Почему бы нам не пойти в кафе? Кафе? Идем, идем, идем. Давай, помогу тебе. Yeah.